У нас замечательная страна. Одна из самых богатых стран мира. У нас богатые природные ресурсы. Богатый людской потенциал. Естественно, после развала Советского Союза все это было утрачено. Многочисленная наша научная, политическая, другая интеграция, интегрировали в Америку, уехали на Запад, да. То есть мы много потеряли, по большому счету. Вот. Естественно, после нового возрождения России из команды Путина как кардинальные изменения перенесли. Не сразу, понятное дело, что не сразу. Становление государства не бывает без жертв. Это никогда не было так, чтобы это было. Поэтому свои определенные жертвы были, какой-то переходный процесс был. И сейчас, видя вот эти изменения, положительные изменения в нашей стране, надо, чтобы надо быть патриотами своей страны и все, больше ничего.